Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Вот смотрите, свиноматка у меня сегодня опоросится. А ну посмотрим, угадал я или нет. Уже появилось молоко. Видите, как молочко уже пошло. Смотрите, да? Уже прям видно, да? Да. Хорошо, хорошо. Рыжик пришел, все надо разбегаться. Думаю, до вечера, ну максимум ночью, опороситься. Живот опустился низко-низко. Плюс вымя тоже уже как у коровы стало. А самый главный признак — это уже молоко появилось. Пробуешь, молоко есть, выделяется. Соответственно, осталось уже в часах. Отсчет пошел на часы. Ну вот 8 часов вечера. Я буквально часа 4 назад снимал видео. 3. Первых 4 поросенка уже появилось. Зовет их кормить. Ну, схватки у него продолжаются. Когда вот так ноги выпрямляет, задние, передние. И трусит ее со схватки. Обычно опорос идет в течение получаса, часа. Если сложно, то может длиться и сутки, и больше. Обычно, если долго длится, поросят не выживает. В принципе, поросенок должен выходить в течение там 10 минут. 7-10 минут. Ну, за час где-то вот должно их там выйти с десяток. Опорос, наверное, закончился, я думаю, уже место вышло. Попробуем сейчас его убрать от нее. Лежи, лежи. Лежи. Очиститься поможем ей. Отлично. В принципе, все вышло визуально, так два отсека вышло, 6 поросенок, с ними все хорошо, будем уходить, если уж не мешать. В принципе, наверное, и все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Завтра с утра уже следующее видео. Я думаю, это все нормально. Пора спешу успешно. Пожелайте спокойной ночи, поросята.